В областном доме художника для широкой публики открылась экспозиция заслуженного художника России Владимира Чернова. Свою выставку автор назвал «Левкасы». Все работы выполнены в этой особой технике. На основании картины наносится специальный грунт, а затем уже краска. Эта техника обычно применяется при написании икон. Владимир Чернов нашел ей свое применение. Это одна из техник, в которой Владимир вот недавно работает, недавно освоил ее. Но я просто уже в подробности не буду вдаваться, это сам автор может рассказать. Но он говорит, что получается поверхность очень гладкая, матовая, по ней очень мягко и легко работать. Да и сами картины получаются более глубокими и проникновенными. Основной мотив творчества Владимира Чернова – русская деревня. И даже конкретнее – его малая родина. Наверное, поэтому каждый пейзаж лучится теплотой и любовью. Связано с той деревней, в которой я живу много лет уже. Это деревня Селушки Лежневского района. Ну, весь материал для работы собран практически весь там. Есть несколько работ, которые в другом месте написаны, но в основном в этом районе. 28 картин – итог работы автора за последние десятилетия. Несмотря на локальность натуры, каждый из пейзажей по-своему уникален. Благодаря технике и интерпретации художника, на первый взгляд, скромная природа завораживает посетителей разнообразием своих оттенков и состояний. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.